She needed a professional. Any second, my date is going to sit down in 3B, and I need him to look really, 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 really good today. Hello, 3B. Объявление появилось в интернете около месяца назад. Агентство предоставляет женщинам услуги сопровождения на вечеринки, свадьбы и другие мероприятия и предлагает кандидатов на любой вкус. Он приедет и отвезет себя куда нужно. Он исполнит свою роль как следует. Можешь даже подержать его за руку. Если захочешь, он не будет пить. Будет сидеть и ждать, пока не соберетесь уходить. Затем проводит домой, откроет дверь. Сопровождающего мужчину можно выбрать по фотографии. Машины агентства предоставляют черного или белого цвета. Представители фирмы обещают, что спутник будет хорошо выглядеть. У большинства из них высшее образование. Сын Бэйс Браво. Сын, ты да? Это отличные ребята. Один особенно. Основные места работы у них в мэрии, полиции или на таможне. Многим женщинам идея пришлась по вкусу. Если у женщины есть деньги, и она может себе позволить такое, то почему бы и нет? В конце концов, каждый стремится воплотить в жизнь свои фантазии. У современной женщины нет времени выйти куда-нибудь познакомиться с кем-то. Думаю, это хорошая идея. А если бы вам предложили воспользоваться такими услугами? Нет, не думаю. Почему? Мне хочется более искренних и реальных отношений. 8-часовой рабочий день наемного спутника обойдется примерно в 1000 леев.